Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Зоо Софи. В этом видео у нас новые улиточки, заселение новых улиточек, но это будет чуть-чуть прям попозже, а сейчас будет техническая минуточка такая по поводу вентиляции, о котором я в прошлом видео рассказывала, и по поводу грунта, и по поводу подогрева. Прям быстро в двух словах. Как вы видели в предыдущем видео, я сделала вентиляцию, сделала ее с обеих сторон по одному ряду, и ее оказалось мало. С того момента у меня контейнеры стояли с выпуска видео на полу, но стояли на полу не просто на полу, а на полу с подогревом. И что вызвало плесень? Да, я в шоке на самом деле, потому что ни разу не было в контейнерах плесени ни на субстрате, ни на мате, ни на мульчаграмме. Ну, в принципе, и на подогреве они не стояли, они, знаете, как на медленном огне. Ну, я, конечно, утрирую. Ну, конечно, улитки не будут стоять на полу с подогревом, просто было один из проверок, в принципе, очень хорошая проверка на вентиляцию. И как проверка показала, вентиляции маловато будет, маловато. Поэтому в маленьком контейнере, в принципе, терпимо, то есть добавить всего лишь, я думаю, нужно будет рядок, ну, может быть, два. То есть, чтобы в общем итоге их получилось по 3 с каждой стороны и 6 всего. Вот она, плесень. Ну, видите, ее здесь немножечко. А вот в большом контейнере выступил конденсат. Он уже выше. И вот она, плесень, пожалуйста, вам. Поэтому здесь надо точно будет больше делать рядов. Вот, это для сведения, ссылка к тому видео, которое я снимала про вентиляцию, чтобы вы понимали, что вот... Как выглядит, когда вентиляции мало? Это плесень. Причем грунт у меня был не увлажненный, то есть он был сухой, ну как не сухой, он был из упаковки. И странно, как бы что, то есть он дал плесень, ну не странно, точнее в нем была какая-то небольшая влажность, то есть представляете, что было бы, если бы тут была грунт, я бы увлажнила, то есть он просто в сухом виде дал плесень, ну то есть все выжимки и влажности, которые в нем были, он заплесневели, поэтому вот она прям в углу плесень прям собралась. Вот не видела я до этого ни один раз в своем контейнере ни разу, точнее не видела в своем контейнере плесени, поэтому решила вам сразу показать, чтобы вы имели в виду, что такое может быть, это нормально. Доделываем вентиляцию и все будет окей. Торф можно просто снять плесневелые участки, но я немножко, ну не немножко, я брезгливо, поэтому я просто весь его выкину и новый положу. И еще сюда хорошо будет в торф добавить уголь, что я, соответственно, я тоже думаю сейчас сделаю, чтобы вот не было таких моментов, чтобы уголь абсорбировал все это дело. Вот, поэтому мы уже встретимся с вами, когда я сделаю полноценную вентиляцию. На видео сейчас я ее делать не буду, вы можете это посмотреть в предыдущем видео, как я ее делала. Поэтому я просто доделаю, сколько точно отверстий доделывать, я буду еще не знаю, ну, наверное, по 2, по 3 добавлю точно. А там посмотрим. Вот так вот. Оставайтесь в видео на канале, дальше увидите улиточек. Итак, я уже сделала вентиляцию, как видите, здесь я сделала на маленьком контейнере 3 штучки, здесь тоже сделала 3 штучки, а с нижней стороны на маленьком контейнере, по-моему, сейчас покажу. Тут другое, приехали улитки приехали, сейчас я вам скажу, кто у нас тут. Овум Сильвер, Овум Меланик и Эгрегии Леоцисты. Леоцисты, короче, буду называть. Лео я их буду называть. Эгрегии. Эгрегии. Это их даты вылупа. Ну, вот, посмотрите. А сейчас самое важное, самое главное. Та-дам! Вот они, красотки. Это у нас леоцисты. Эгрегии. Смотрите, какие красивые. Они вырастают небольшими. Я так и хотела. Очень хотела. Я вообще их хотела... Отдельно только таких. Смотрите, какая у них красивая ракушка. Это альбина, естественно, вы видите. Это у нас архахатины, я так понимаю. У нас эгрегии же архахатины, наверное. Ну, думаю, что да. И... Смотрите, какие прикольные. Ну, овумятов вы у меня уже видели на канале. Это у нас Овум Сильвер. Смотрите, первый раз такую вижу улитку. Вообще, и смотрите, этот, как он называется, Меланик,
Смотрите, у него, он альбина, но у него глазки такие темненькие, прикольные вообще. Посмотрите, из того, что я узнала, что сильвер у улиток бывает только овумы и еще какой-то вид забыла, помнила и забыла. А, ну да, даже хохотина вижу по хвостику крокодиличьему красивому. Овум у вас бывает, сильвер, короче, бывает всего два вида улиток, поэтому я сразу же думаю, конечно, сильвер надо, посмотрите, какой он красивый. Боже мой! Ни коричневый, ни темный, ни черный, ни бежевый, ни вельбина, никакой, а серый сильвер, прям очень, смотрите, какой цвет классный. Очень красивый цвет. Рукой. Трясется рука сейчас. Напугала. Вот такие вот дела, вот такие вот ребятишки. Смотрите, что я тут оформила из оформления. У меня получилось торф, уголь я заказала отдельно, потому что у меня слишком крупного размера, поэтому я уголь добавлю потом. Попозже мелкодисперсного закажу просто. Точнее, заказала уже, вот. И мох сфагнум. Причем, кстати, улитки сами тоже приехали на мхем с фагнуме. Вот он сбоку тут лежит. И листики клена, и листики дуба я еще положила. Я буду им, видимо, думаю, наверное, не буду использовать тарелочки. Буду им класть еду на листья. Ну, по крайней мере, попробую попрактиковать такое. И посмотрим, что из этого выйдет. Вот, смотрите, по длинной стороне... Ой, по длинной, боже мой. Минутку, сейчас. Секундочку держу. Вот по этой стороне контейнера я сделала 4 ряда по нижней дырок. Так. А с этой стороны под 3 ряда дырок. Вот они. Такие вот красотульки. Блин, такие прикольные. Смотрите, какие они красивые. Тоже им тут положила листики сейчас, вот эти. На листики, наверное, и буду им складывать еду. Вот вместо тарелочек теперь буду пробовать им складывать на листики еду. Посмотрим, как понравится мне это мероприятие или нет. Вот, смотрите, по сравнению с ладонью, вот эти сейчас они совсем, конечно же, крохи-малышки. Смотрите, какая у них красивая по расцветке раковина. Очень красивая. Ой, прям у них такая здесь, это прям красно-розовая, такой цвет красивый. Вот. Вот они, красотульки. Прям очень мне нравится по цвету, красивая, матовая такая раковинка маленькая. Вот эти вот улиточки будут маленького размера, они еще, наверное, где-то в 2-3 раза увеличатся, и все. Но мне вот так и хотелось. Хотела, вот если бы они еще такие были вообще классно. Не знаю, мне почему-то сейчас очень много людей, которые хотят прям вырастить огроменную, громадную улитку. Ну, вот эти вот большими вырастают улитками. У меня все мои овумы, альбина выросли очень огромными. Вот, а вот эти вот такими тоже вырастут здоровыми. Но я больше люблю маленькие. Вот сейчас они, смотрите, вот такие маленькие. Вот он цвет его. Сейчас он тут в мхе. Смотрите, я вам покажу, какого он красивого цвета. Вот, и ракушка у него тоже какая красивая. Тут активно растет, даже пока транспортировался, не поломался, что радует, видите. Прирост, ладно, не будем трогать, аккуратно. Ой, кладись сюда, посиди. Вот, и вон они, смотрите. Глазки темненькие на фоне белого, так прикольно выглядит, классно. Такие малютки. Вот, смотрите, какие они сейчас размером. И какие они в скором времени будут. Сейчас они вот такие вот малюсенькие. Вот так вот, с пальчик. Потом такая ракушка вымухает с ладони, как у моих тех было. Вот, такие вот красивые улиточки теперь появились. Все, пошла изучение. Ох, вытянула там ногу-то какую, вытянула ножку. Вот эти улитки еще посуше, им еще нужно повлажнее. Мне вот это вот нравится в хохотинах, в отличие от хохотин, они прям такие сухие. Так назовем это. Красота.
Ну все, пошли изучать свое новое место жительства. Мох я попшикала им, чтобы он был влажный. Этот мох, кстати, у меня магазинный, вот этот именно. Именно в этот раз я хотела сфагном просто постелить. Вот. Поэтому мох сейчас влажный, все нормально. Мох влажный, хороший. Просто я положила, он такой суховатый был, поэтому надо было его сейчас попшикать. Ну, я его попшикала до того, как начала снимать. Вот, и еще раз захотелось попшикать, чтобы точно. Вот, сфагном посмотрим, насколько его хватит, как он будет себя вести. Вот я его сегодня первый день постелила. Поглядим, сколько он в таком виде продержится до более-менее вменяемого состояния. Я вам расскажу. Потому что тот мох, который я собираю в лесу, он, естественно, свежий. Вот, но я его стелю, его хватает, ну, на несколько недель, наверное, даже. Не могу точно сказать, но на месяц, наверное, точно хватает. Вот. И посмотрим теперь, сколько будет хватать этого мха. Вот такие вот новости на канале. Такие вот красивые улиточки. Поэтому будем наблюдать, смотреть. Судя по комментариям, я поняла, что еще нужно будет порассказывать о уходе про улиток, потому что все-таки же вопросов я вижу много. Но ничего, нужно будет просто да, поснимать побольше видео, порассказать. О, смотрите, как прикольно. У него и глазки, и усики вот эти серенького цвета. Ой, смотрите, как прикольно. Похож на инопланетянина какого-то. Прикольный такой. Меланик. Названия у них такие еще прям. Куда деваться? Прям. О, прикольный такой вообще. Интересно так выглядит. Не могу. До этого у меня просто были только улитки альбина. А вот. Чтобы вы понимали, поэтому для меня какие-то другие цвета. В улитках это очень интересно. О, как раз удачно навела камеру, сейчас вылезет. Ну, кто же там? Та-та-та-та-та-та-та-та-та! Ну ладно, пусть. Вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Зоу Софи. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. До встречи в новых видео. Всем пока-пока-пока.